Тережик, спи, я поехал. Мурки нету. А, не ест он это. А он второй идет, может, второй будет кушать. Иди кушай, иди. Да от селедки осталось, наверное, они это не едят. Третья пришла. Обнюхивает, обнюхивает. Люди, видите, приносят сколько хлеба. 29 марта, Ялта. Еду в Гаспру. Шарика дома оставил, погладил его, успокоился он к двери. Он боится. Боится, короче, что я его брошу, хотя он дома находится, понимаете? Уличная собака. Вчера в двух видео сказал. Я поехал в Гаспру, Мисхор, а Рыжик на набережную пошел. Нет, пишут, а где Рыжик? В Ялте сегодня плюс 12, вот, завтра будет плюс 18, но почему-то без солнца пишут, 122, идет Ялта-Кыриз, санаторий Буревестник у него, конечно, по Севастопольскому шоссе идет. 132, он идет по низам вдоль моря, Ялта-Алупка, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо и так далее. Сейчас мы на нем и поедем. С улицы Гоголя они отходят, вот остановка. От начала улицы Гоголя, там вот метров 20 Красноармейская, там Ломоносово, ну, вот остановка Спартак по ту сторону реки. Имейте в виду, по Блюхера они сейчас уже не ходят, вот эти автобусы. Только на обратном пути, когда едут с Гаспры, там по Блюхера идут. А здесь они идут по Володарской, Коммунаров, Сеченов, в том районе, короче. Прибыл я в Гаспру. Увидел табличку храм, пойду до него схожу. Такие домики здесь симпатичные. На улице тепло, хорошо, но солнышко, жаль, нету. Съемка будет не очень красивая. А вот храм. Интересный такой материал. Инкерманский, что ли, камень. Стекла побиты. Но тут что-то сверху купол делает, что ли. Гора Петри между деревьев. Остановка Харакс. Харакс, правильно. Вчера я к санаторию Родина приехал. Меня там не пустили. Я спросил, а в Днепре? И в Днепре не пускают. Ну вот сейчас вот я на территории Днепра.
Я им с утра позвонил. Они говорят, да, пожалуйста, можете приходить гулять. Вот не знаю, пустят, нет. Охранник от себя чего-то там гонят, сволочи. На Лукинское шоссе 13F находится санаторий Днепр. ФНС России, федеральное бюджетное лечебное профилактическое учреждение. Ракский парк 200 метров. С 26 марта закрыты эти ворота, короче, на ремонт какой-то. Как меня везет, а? Мужик сказал, иди, говорит, другое КПП. Номер 2, что ли. Сейчас назад возвращаюсь. Чайки летают, орут над Гаспрой. Вышел я из парка. Ну вот смотрите, вот двое там охранники, простые такие люди. Я с ними сейчас пообщался. Я говорю, мне так понравилось вот у вас. Я говорю, а что Родина не пускает? Ну, Родина там, Следственный комитет говорит. Туда-сюда. Я говорю, ну, летом пускал же. Ну, не знаю. Мы налоговые. Это от налоговой, можете представить? Вот этот парк, этот Днепр. От налоговой. Ну, видите, налоговая пустила, а вот Следственный комитет, этот комитетчики ни хера не пускают. В этот Днепр, по-моему, 3 входа. Вот этот, метров 400 оттуда я пришел, там КПП. И еще метров 100 дальше, еще КПП. Представляете, какой он огромный. Я сейчас иду по Лушкинскому, говорю, ёпарасота. А Лупкинское шоссе туда, в сторону Алупки, вон, видите, гора и Петри. Пойду все же до Родины дойду, тут 3 остановки. Может, все-таки пустят туда. Там парка особого нету, но само здание и вот эта лестница, ну, вы крутейшая. Это бывший санаторий Украина. Там много фильмов снимали, в том числе и Аса. Мне это так понравилось, вот эта лестница, вот эта красавица. Вот. Дюльберг тоже не пускает. Дальше он дальше за Родиной там. Дюльберг. Санаторий. Ну пойду, короче, туда. Может, все-таки пустят. Всем пока, короче. Всем покедово. Всем привет. 29 марта. Гаспро, Большая Ялта. Иду по Лупкинскому шоссе в сторону Родина. Санаторий Родина. Это санаторий Днепр. 3 входа сюда. 3 КПП. Вот такой кактус растет у дороги. Редиска. Плюс 12 сегодня, завтра плюс 18 будет. Я, наверное, полкилометра уже прошел, и все это вот тянется территория Днепра. Очень-очень огромный парк. Ролики поснимал там. Фух, 3 КПП. Да, вот 3 КПП подходим. Хорошо, что такси здесь стоит около Днепра. Мало ли что. Особенно мне, если паническая атака будет, хоть такси, я могу прыгнуть. Вот вход в санаторий.
паническими атаками очень сложно гулять. Очень сложно гулять, постоянно в страхе. В страхе идешь. Некоторые понятия не имеют, что такое, думают, трус там туда-сюда боится. Нет, я ничего не боюсь, вообще ничего. Кроме как ожидания вот этого приступа. Его может полгода не быть, год. А ты боишься, ты его ждешь, он с тобой рядом. Тут вот и свернуть некуда, там что-то показать. Вот идет вот эта дорога, Лупкинское шоссе, и все. Не стал я автобус сдать, короче. Пошел я пешочком. Здесь автобусы редко ходят, через каждых 30 минут. 132-й и 102-й, по-моему. Вот. Пока в Гаспре находимся. Там Кореи следующий, Мисхор. Алупка, Семиис. В другую сторону Ласточкино гнездо, Курпаты, Арианда, Ливадия. Мойка, смотрите, как смотрится на фоне. Это Айпетри. Я в шоке. Тут как минимум ресторан должен быть или гостиница, мойка. Ну надо же. Вот домик, красавчик. Стены такие клевые. Золотая рыбка, магазин, кафе, кулинарии, курортные товары. Лесной. А что лесной? Свежие натуральные продукты. Лесной. Недвижимость Юбака. Южный берег Крыма. Юбака переводится. А мы идем, идем. Мы идем в сторону Родины, где нам опять устроит кидок. Ласточкино гнездо, 800 метров. Нет проезда и прохода к морю и в парк. Служебный въезд. Ну да, я бы так бы тоже через Днепровский парк бы попал бы. Я там через ворота зашел. До Ласточкина гнезда как дойдешь, если там воинская часть. Ну ничего страшного. Посмотрим Алупкинское шоссе. Кто вам еще его покажет, как не я? Алупкинское шоссе. Блогеры, они раз машину завел и погнал. Приехали куда надо. Машину поставили, пошли поснимали, а я на автобусах пешочком тусуюсь. Домик прям на горе, смотрите. Клево. Вот тоже поди санаторий какой-то.
внизу дорожки там асфальтированные. Стена красивая, да? Из камня. Блин, тут места мне так мало ходить. Ничего себе, кто летает такой черный какой-то, как шмель. Здесь газ премного, можжевельника. Да не один я гуляю, кстати. Девушка тусит. На дискотеку пошла. Форос. К вечеру придет. Время будет, настроение, съездим и форос. 102-й пошел. Да вот здесь вот. А, вот я к родине пришел. Я автобус ждал. Блять, сейчас не знаю, как меня здесь бортанут, нет. Здесь вот речка течет. Блять, все тут в форме такие, знаете. Следаки кругом. ФКУ, санаторий Следственного комитета Российской Федерации, Родина. Короче, санаторий «Россия» меня не принял. Не, он, знаете как, вот, вот эта смена прям малорики, просто малорики. Он мне говорит, у тебя если есть ковер-код, то, что он там перечислил, ковер-код, там что-то еще, справка какая-то, пожалуйста, иди бесплатно, говорит. Так у меня этих делов-то нету. Вот остановка, сын, это Родина. Ну они молодцы. Они все популярно объяснили, что к чему, говорит, базару нету, говорит, вообще никакого. Если есть у тебя куда-то, заходи, иди гуляй. Но у меня нету. Я говорю, а Дюльбер следующий. Там можно, он говорит, я там, говорит, работаю, говорит, там третий подключился. Иди, говорит, там 300 рублей заплатишь, говорит, и все ништяк будет. Туалет бесплатный, говорит, смеется. Километр где-то примерно мне идти до Дюльбера. Пойдемте туда. Вот вчерашние охранники, что, не могли так же объяснить, как вот эти парни? Эти прям малорики. Какие вот мы в натуре все разные. Ему сложно было сказать, да? Вчера. Ну вот Юсуповский дворец я вчера снимал. 300 рублей для инвалида, а 600 рублей вход. Я сказал им, что я с Ялты. Без разницы, все равно платить. Подошва ног подустала, что-то. Последний год что-то то ли опухает ноги, то непонятно. И руки изменились у меня, какие-то опухшие стали. Пальцы опухшие какие-то. На ночь, может, много пью чай, кофе. У меня же ночью жизнь начинается.
днем не ешь, не пьешь, вечером, как темнеет, начинаешь трамбовать все подряд. Иногда с Рыжиком идем ночью искать магазин, когда все съедим. Смотрите, какой заборчик интересный, да? Так, по старину сделанный такой, да? Мне нравится. Отель 3 девятки, такси. А здесь что? Ага, и здесь. Это отель 3 девятки, клуб написано. Симпатично смотрится, да? Полукругом. Рубикон, гостиничный комплекс Рубикон. Что здесь они предоставляют? Стандартный номер категории А, стандартный номер Б, полулюкс, апартамент римский, апартамент волна. Мало ли, кому-то пригодится. Кто-то, может, ищет в интернете этот Рубикон и не может понять, да, как он выглядит, где он находится. Тут раз и подвернулось видео мое. Ресторанчик у тещи, что ли, 20 метров. Сауна, вот номер есть. Галереи красоты. Ступеньки козырнячие. Вот, смотрите, какой красавчик. Молочные продукты. Смотрите, домик какой интересный. Домик на курьих ножках. Такая ножка приснится во сне, инфаркт пизданет. Что здесь? Магазин хозяюшка, все для дома. А второй этаж. Что там? Второй этаж. Что? Что здесь? Чай, халва, сувениры. Номера. От 1000 рублей. Хотель написано, а какой, не знаю, не написано какой. Просто отель, да и все. Медведь гора. Ну, мы идем дальше. Вот вход. Неужели просто отели все без названия? Странно. Мы идем дальше. Музейшн, музейшн корпорейшн. Убегаем, убегаем. Гастроном права. Ансальт, нет. Прави, ант, провиант какой-то. Смотрите, туда дорога пошла. Кафе Сосновый Бор. Ничего себе, давайте туда пройдем. Там что-то красиво так. Никто нас тут не задавит. Кафе Бистро. Алупскинское шоссе 17Б. Вон вниз дорога какая-то пошла. А вот там и Рубикон, смотрите. Вон гостиничный комплекс Рубикон написано. И ворота такие вниз туда. Кафе Лагуна. А вот канатка, господа, да? Ну-ка пойдемте сюда, сходим. Здесь так симпотненько смотрится все.
столовой требуется посудомоечница, официант. Никто из подписчиков официантом не хочет быть. Заставишь вас работать. Вот только умеете комменты писать. Сосновый бор кафе. Золотой Руно бар. Впереди такое здание красивое вообще. Ладно, давай. Мы сейчас пока вот это вот. Кафе «Фрегат». Дорожка вверх пошла в гору, я туда не пойду. Проволок зашел напрямую, выйду. Дары Крыма. Распродажа 50%. Зимой всегда распродажа. Столовый магазин «Пудик». И три кота. И три кота. Парк «Отель Марат». Говорят, он новокрутейший. Этот парк. Парк-отель «Маратик». Гостевой дом «Азур». Собака. Собака. Раз собака. Вон еще одна собака. Цены такие же, как я, вот, не дешевле, вообще не дешевле. Отдыхает. Что тут еще? Канатная дорога, что здесь идет, да, походу? Ну вот она, походу, да? Или нет? Все тут есть, короче. Это Малибу. Солнышко спряталось. Сосновую рощу, господа, слева. Паркинг. Санаторий «Сосновая роща». Я не еду на поле. Вниз. Ну, видите, сколько мы уже санаторий прошли. Вот 132 идет. Солубки. Все за забором, блин. Так охота поглядеть. А, все за забором. Забор красивый. Вот так и до Лубки дойдем. Шучу я. Туда не собираюсь. Забором за забором такое красивое здание. Ну как его показать вам? От Сосновой рощи, походу, это зданица. Очень красивая. Макушка он виднеется. Мыс Айдадор.
Тодор, по-моему, вот где Ласточкино гнездо, вот это Курмыш, где я был в парке Харакс. Вот это мыс Ай-Тодор или Ай-Тодор. Вы знали об этом? Вот тоже отель какой-то. А зачем вот выемки сделали в стенах? Для чего, интересно? Вот сосновая роща. Вон написано на здание. Ну вот это то, второе здание тоже ёшнее, походу. Смотрите, там вход. Столько я уже прошел, метров 150. Вот этот забор ихний, походу. Через 1.50 м заканчивается забор. За забором купол, смотрите. Церковь маленькая. Ух ты, зданица какое. Ай-Тодор. И что там написано? Ай-Тодор юг. Тодор через О. Ну правильно. Ай-Тодор. Мыс Ай-Тодор. Клевая такая прогулочка. Я как-то на автобусе столько раз ездил в эту Алупку, Симбииз. Как-то проезжал, мне так это все здесь не нравилось. А сейчас вот медленно иду, все это наблюдаю. Мне нравятся вот эти стены, такие заборы, такие вот всякие цветочки. Только перила бы еще бы заменить на современное. Частная собственность. Сосновая роща, курортный отель. О, вот это видосики. Смотрите, Ай-Петри как смотрится здесь. Это здание. Ну не финты себе. Вот это виды. Зубцы. Да вон канатная дорога, там она должна быть. Вон зубцы вижу. И вон канатная дорога, это кабина, это где там, бля, что-то сегодня у меня тупит башка, короче. Остановка Сосновая роща. А сзади я не знаю, что там было. Тоже какая-то канатка, непонятно. А там впереди белые здания такое, вон там в горах. Слушайте, и такие эти крыши синие, главное белые такое, огромное такое. Надо же. Вот можжевельник. Тут очень много можжевельника. Вот такая вот улица, да? Лубкинское шоссе. Заглянул за забор, а тут такой офигенный парк. Вы представить себе не можете. Какой здесь офигенный парк. Да, здесь фантастиш.
одним словом. По ту сторону дороги какой-то парк. Ворота открытые, парк. Статуэтка какая-то там в фонтане. О, что-то написано на воротах, слушайте. Выбито еще. Что там написано? А это куда дорога ведет? Что там? Что там? Написано городской парк. Сколько же лет этим воротам, интересно. Мурат Абурс. Ух ты. Нехиленький такой парк. Вот бассейн. Типа бассейна. Лавочки. Такая аллея кипарисовая. Ништяк. Мы не будем здесь задерживаться. Время цигаля и люлю. Нам надо попасть в санаторий Дюльберг. Дюльберг. Я не знаю, что здесь. Уводила, спросил. Он говорит, я не знаю. Как бы не пройти мимо. У меня такое ощущение, как будто я прошел этот Дюльберг. Не знаю. Дофига я уже прошел. Охранник сказал километр, а я бабули уже топаю. Справа тоже огромный танец. Сотрудники ФСО России. Федеральная служба охраны Российской Федерации. Что ли там написано? Нифига себе. Забор делают из плиток, выкладывают. Мы рабочие, мы не знаем, где твой Дюльберг, говорит. Вот ворота, видите, закрывают, короче. Пока я вижу, видите, Федеральная служба охраны Российской Федерации. Скоро здесь будут ворота вот такие. Вы туда уже... Последний раз мы увидели это здание, короче. Кто это летает? Пацан пошел, спрашивает, а не знаете, где санаторий Днепр? Такой же, как и я, ходит. Я говорю, как же не знаю. Фу. Иди туда-то, туда-то. Я говорю, а ты Дюльберг не знаешь где? О, нет, не знаю. Ну, плохо, что ты не знаешь. Вон Ленин стоит, где я вчера был на горе. Ну, нам где-то еще метров 400, думаю, до Дюльберга. А хорошо, что я пешком пошел, хоть для себя посмотрел, что к чему. Короче, за этим сидим забором, вот там я увидел этот... Дюльбер, санаторий. Так что мы идем в правильном направлении. Все будет это окейно. Вот, водичка какая-то тут. Журчит, речушка. Маски вот. Сегодня я раз 5 уже видел, маски вот так висят. По-скотски. Вот, на это здание-то смотрю. Маленькая часовня там. Там что интересно? Как
как циркушка, а сзади, смотрите, санаторий, что ли, тоже красивый. Ну да ладно. Вот. Речушка. Видите, какая чистая. Летом тут, наверное, ништяк. Жара и вдоль этой. Вот начало криза. Вон криз. Гаспро закончилось. Криз начался. Вон криз, наверное, тут полкилометра. И все. Вот это, походу, дюльбер. Ну а что, опять нету ничего? Ни таблички, ничего нет. На машинах можно заезжать. Да, санаторий Дюльбер. Но нам сказали, выше иди. Там купишь билет и зайдешь. А, ну вот же. Вот он, красавчик. Видите, бело-синие цвета. Поэтому и забор у них синий. Вот. Ну что же, мы дошли. Вот криз начался и сразу Дюльбер, да? Дюльбер. Объект культурного наследия федерального значения. Дворец Дюльбер. 1897-1911 годы. Подлежит государственной охране. Туда-сюда. Всем пока, короче. Следующее видео. Дюльбер, санаторий. Остановка, походу, да? Дюльбер. Да, остановка такая. Ну не финты себя. А вот смотрите, какой красавчик. Офигеть.